Всем привет! Вы на канале Серафима Шоу ТВ. Всем привет! И мы сегодня вам хотим показать, как я играю в планшете в том за золотом. Это моя любимая игра на планшете. Ой, давайте начнем. Сейчас мы зайдем в эту игру. Так, ищем. Вот, том за золото. Вот. Том, а как тебе, нравится? Ну, нравится. Ой. Я проиграла. Расскажи нам условия этой игры. Надо 80 или где-то 2 минуты, 5 минут, надо не врезаться. Мне надо набрать очень много золота и очень много алмазов. Какой твой рекорд? Какой мой рекорд? Я уже побила свои рекорды когда-то. Ну, например? Ну как? Один раз там, в прошлый понедельник там, я побила свой рекорд. Ой, и попала в туннель. Дошла до туннеля, да? Да, дошла до туннеля. Так. Это куда ты попала? Это я попала в лес. Угу. Плюс 100. Угу. Ой, и можете меня попилить, да? Ой. Видите, какие хитренькие? Так, 253. Плюс 591. Ого! Сейчас я буду игроманом. Я здесь и так уже играю. Тебе нравится эта игра? Очень нравится. А в какие игры ты еще играешь? В Анжелу, там Тома. Там разные игры. Там еще там есть Subway Surf, мне нравится. Играю. Ну, в эту игру я каждый день играю. Ни во что не играю. Уже перестала все игры играть. Только в том за золотом каждый день играю. Ты не класс этой игры, да? Да. Вот этими штучками можно набирать много алмазов. А что это за штучки? Расскажи. Это ими можно возрождаться. Вы же видели, когда я умерла, у меня были такие нарисованные штучки. Куда можно было нажать, и я бы возродилась. А почему ты не нажала, не возродилась? Потому что я использовала эти все штуки. Ну, я поняла. Ой. А что это ты врезалась? Это я врезалась. Вот. Смотрите. Еще раз. Какая-то колонна, да? Да. Угу. Какая-то большая штучка. Не буду говорить, потому что, ой, я не знаю. Господи, магнит. Очень люблю магниты. Ой, и второй магнит. Ой, вон еще один магнит. Сейчас я его и тоже возьму. Ой, много магнитов. Я очень стараюсь попадать в туннели. Мне очень нравится попадать туда. А это ты по вагонам бежишь? Это какие-то деревянные штучки с грязью. Здесь сейчас будет снег. Это мне очень сложно в это играть. Это очередной этап, да, в этой игре? Давайте не будем болтать, потому что я могу проиграть. Давай. Покажешь, сколько ты собрала золота. Ой,
Панна, приехали. Видите, мама болтала, и я проиграла. Ты продолжаешь на этом же этапе, да? Да. Я возродилась. Возродилась и сразу улетела. Где это ты? Это я опять там, в лесу. В лесу? В лесу мне очень нравится. Нравится? Да, вроде бы как и сложно, но мне нравится. Ну ты справляешься с заданиями, да? Супер. Сейчас я иду туда, там, где я была. Я хочу пойти в Майами. Майами — это такой остров, там живет Анжела. Смотри. Молодец, Нючка. Будь внимательна, хорошо справляешься. И вот это тоже мне нравится, это Том. Том? Здесь Том. Только это Том король, а у меня простой Том. Угу. В общем, нужно проходить всякие преграды, и за это ты имеешь золото, да? Ой! Скачивайте себе такие игры и не бойтесь. Subway Surf — это там человечек бегает, и за ним полицейский. А вот я бегаю за этим, за этим грабителем. Я Том король. Кстати, а ты подписался на мой канал? Подписывайся побыстрее. Подписался? Нажми на колокольчик. Все, ты подписан. Молодец. И поставь мне лайк. Я в Майами. Супер. Озеро. Смотрите, как здесь красиво. Я уже давно не проигрывала. Давай, давай. Старайся. Препятствий очень много, да? Да, много. Мой любимый лес, господи, напугал меня Том. А я не думала, что видео такое будет веселое. Вылетел. Я возродилась. Давай. А здесь баллы накапливаются или каждый раз по новой все считается с ротами? Ну да, накапливается. Ой, накапливается. Многие люди уже снимали. Ой, ой, это видео. Ой! Снимали это уже видео. Мы только тренируемся. Вообще у нас столько каналов появилось. И мы снимаем там разные видео. Заходите на мой канал и смотрите много видео. Лайк, лайк, лайк. Тетенька. Нет, там сложно, я туда не пойду. Еще маленькая туда. О! Проиграю. Здесь мне тоже.
ангелочек. А плюс что сверху засветилось? Что это было? Ну, засветилось это я в циферке. Спасибо. Да, куда ты прибежала? Я прибежала в какой-то остров, но точно не в Майами. Угу. Не знаю. Ты еще здесь не была? Была уже много раз. Акулы плавают, да? Это дельфины. Дельфины. Маленькая я такая, а сама очень хорошо играю. Мишка, молодец. Я думаю, что я попаду в туннель. Ну, давай попробуем. Я хочу его подбасить молотком. Это очень сложно прыгать. Ну ничего страшного, сколько у нас там. А мама, ты смотри вверх. Вот, вот здесь вот. Очки и золото. Мне не страшно, мне не страшно. Туннель! Смотри, я в туннель попала! Улы! Ура, я попала в туннель! Свой в туннель! Немножечко. Ну ничего, ты умничка, ты достигла то, чего ты хотела. Я возвратилась. Давай. Сейчас я буду его дубать молотком. Я его дубачу молотком. Молодец, звезды, плюс 500, плюс 2. Я умазал 2. Умазал тебя, ну, богачка ты. Мне очень нравится. О. Магнит. Он уже убрался. Угу. Если есть магнит, какие у тебя преимущества? Есть магнит, то значит ко мне золото само прибирается, видишь? Притягивает, да, да, металл? А вот я вот смотрю, видишь, бежу сейчас сама по золоту. Сейчас я буду играть в последний раз в эту игру. Хотела попасть в туннель, и я все-таки куда попала. Ребята, я попала в туннель, и у меня было много алмазов, было у меня много золота и много-много время вот здесь вот. А вы в какие игры играете? Напишите мне в комментариях вот эту игру или в Subway Surf. Том или Аванжел, напишите мне в комментарии. А кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Серафима Шоу ТВ и Том. Всем пока-пока. Пока-пока.